несколько образцов с барских ям. Так, вот видите, какая щетка. Кварцы барских ям мне очень нравятся. Они такие не похожие на другие. Видите, какая щеточка. Так. Вот в таких вот животках иногда бывает. Так, вот солнышко здесь. Вот сейчас на солнышко направим. В таких животках бывает крокоид. Но здесь нет его. Вот тоже. Кварчик в разные стороны. Разные по форме. Что-то халцедоновое. Сфотографирую потом другим аппаратом. Интересные образцы. Сами барские ямы образовались, когда точилка деревни появилась. Точильная гора сначала, 1736 год. Вот появилась деревня рекрутов. Туда нагнали из Кушвы еще откуда-то добывать точильный камень. Получили хорошо. Поэтому деревня была зажиточная. Более зажиточная, чем рядом Клевакина. Так, это что? А тут что? Крокоидик, что ли? Нет. Даже... Ой! Малюськи такие. Вот образец интересный. Черный. Вот еще один. Кварчик там встречается. Вот такой. Вот на нем еще сидит кристаллик. Вот образчик. Смотрим другие образцы. Вот такой вот кварчик. Вот вынул. Сначала-то я не видел. Вон, видите, крокоидик сидит в животке. В кварцевой.
довольно интересный образец тут, зеленчук рядом. Тоже кварчик, вон какой он стоит, симпатюля. Здесь тоже участок. Вот здесь что-то марганцевое. Ну это пусть наука смотрит, кому надо. Вот солнышко выглянуло. Посмотреть повнимательнее. Вот с этой стороны можно. О, какая красота!